Непонятно. Странно работает болгарская полиция. Не может быть, чтобы они так быстро обыскали всю деревню. Значит, либо их сведения неверны, либо они решили разыграть представление. Смотри, смотри. Добрый день. Здравствуйте. Приходите вечером на это место. Господин майор, только что доложили из Байлова. Собаки почуяли людей. Но когда там появились наши, все стихло. Какой-то мальчишка сказал, что проходили незнакомые люди. Это они. Жду приказа. Свяжите меня с Вилинским. Вот этот товарищ. Кто ты такой? Вы товарищ из поезда? Я спрашиваю тебя, кто ты такой? Румен. Я товарищ Антон из ЦК. Софии известно, что вы сбежали с поезда. Кому известно? И полиции, и нам. Товарищи, нужно переждать здесь, пока не закончится облава. Потом я выведу вас. Но деревня не блокирована. Блокирована вся область, вас ищут. Не стоит рисковать. Спать будем по очереди. Вот коптилка. Если что-то потребуется, стучите громче. На ночь я принимаю снотворное. Послушай меня. Слушай меня, Каназирев. Если ты точно знаешь, что они в деревне, то заблокируй все. И не снимай осаду до моего распоряжения. Никаких обысков без согласования со мной. Алло, ты меня слышишь? Если к себе придет человек и покажет мой значок, окажи ему полное содействие. Как
Когда вас вызвал товарищ Антон? Позавчера, в среду. А точнее, после обеда, где-то часа в три. Так. И вы сразу сели в поезд? Нет, я пропустил пассажирский и поехал на товарном. Нужно было успеть до осады. Я в туалет. Не нравится он мне. Что-то тут не то. Что-то не так. Почему за нами прислали человека из самой Софии? Неужто все телефонисты в стране работают только на партию? Кто-то умирает от пуль, кто-то от обжорства. А мы с тобой умрем от сомнений. Хорошо, тогда скажи мне. Откуда ЦК стало известно, что мы пришли в Байлово в среду и утром? Мы появились тут только после обеда. Допустим, что они или предположили, или добрались до полицейских сводок. Да еще вот что. Как он мог добраться на товарном поезде? Это больше суток езды. Я знаю болгарские поезда. Раз у тебя такие серьезные сомнения, то я тоже спрошу тебя. Почему этот человек не сдает нас полиции? Да, это так. Но ты не ответил мне. Как он добрался? А если по-другому, то почему не говорит правду? Полицейское управление. Драганов, как ты думаешь, если деревня оцеплена, не нужно ли ее обыскать, господин майор? Я думаю, что все очень просто. Господин Ильинский хочет лично поймать подпольщиков. В этом все и дело. Нам остается только выполнять приказы. Господин майор, никто не упрекнет нас, если мы сами поймаем подпольщиков. Наоборот, будет известно, что они схвачены. Драганов, я поехал в соседнюю деревню, а ты начинай обыски в Байлово. Где я, ты не знаешь. Приказ понял? Слушаюсь, господин майор. Имей в виду, это непростые люди. Когда схватишь их, доставь ко мне под усиленной охраной. Если приедет Вилинский, зови сразу. Слушаюсь, господин майор. Поехали. Вам не нравится еда? Не могу сходить за другой. Ничего, когда мало двигаешься, есть не хочется. Как только они уйдут, сразу принесу что-нибудь повкуснее. Не беспокойтесь. Спасибо вам за все. Ганка — настоящий герой. Если бы не она, меня пристрелили бы как пса. Все делают то, что могут. Завтра наверняка будет обыск у нас, поэтому подоприте стену соломенными тюфяками, чтобы она не гремела при ударах. Тут не опасно. В этом убежище я провел 3 облавы. Мы уйдем отсюда сразу после обысков? Не. Мы будем ждать нового приказа из ЦК.
Откуда им известно, что мы здесь? Я сообщил по своему каналу. А что за канал? Телеграмму дал? Телеграмму? А кто ее отправил? Учительница? Почему не сказал? Не волнуйтесь, я за вас отвечаю. Я предпочитаю отвечать за себя сам. Когда ты ее отправил? Сегодня утром? Во время облавы? Да. Почта работает. Принимает срочные телеграммы. И какой текст? Я заболел, и пришли мне тоже лекарства. Ее сестре. Ты уверен, что полиция ничего не заподозрит? Уверен. Надо немедленно уходить отсюда. Телеграмма с почты во время облавы. Начальник полиции должен быть последним дураком, если не проверить дом, из которого отправили телеграмму. Почему же нас до сих пор не арестовали? Тут что-то не так. Дело полиции. Кому так нужна эта телеграмма? Можно было отправить ее после облавы? Послушай. А ты заметил, что он никогда не снимает свой пиджак? Нужно поговорить с учительницей. Отвлеки его.